Вначале начало было лишь великое ничто, и не было в нем ни света, ни тьмы, ни времени. И было ничто огромным весьма, и возжелало творить и заполнить себя. И из ничего родились начало и конец, и наречено было начало пламенем, и давало оно жизнь свету. И наречен был конец видением, и нес он погибель свету, и все, что не было светом, то было тьмой. И породило пламя сердца, чтобы воссиять еще ярче, и из сердца пламени родились слова. И первые слова были «У каждой истории есть свое время, и стало время». И вторые слова были «У каждой истории есть свое место, и распростерлись небеса над мирами». И воссияли в небесах звезды, и внутри миров, и между ними появились места. И третьи слова были «У каждой истории есть своя душа, и стали души». И некоторые души жили без облика, а другие жили в великих обличьях, а иные в малых, и среди прочих люди имели малые обличья. И узрело видение все это, людей тогда числом было 37, и пришло видение к самому младшему из людей, и даровало видение ему знание, и получил он вместе со знанием силу, и пришло к нему безумие вместе с силой, и нарек младший из людей себя зверем небесным, и стал править над другими людьми, и встревожилось пламя, ибо знало, что зверь небесный приведет души людей к погибели, и изгнало пламя зверя небесного прочь от людей, дабы не навредил он их душам, и опечалилось пламя, ибо не желало оно вреда, и поступало так, чтобы оградить людей от вреда. И нарекло себя пламя именем Панглас, ибо в сердце его в первый раз испытало печаль. И ходил Панглас среди миров, и среди людей, и среди душ, и всюду, где мог, он предотвращал беду. И куда бы ни пошел Панглас, везде он оставлял слова. И к другим новостям. Данный документ был прикреплен к электронному письму, полученному отцом агента Грина. В письме говорилось, что он должен немедленно передать этот документ своему сыну. Кроме того, она заканчивалась фразой «Дасист все путем?» Отправитель неизвестен. Объект номер. Первое в этом году солнечное затмение можно будет наблюдать этой ночью. Класс объекта. Игрушка-давилка, которая действует и так, и этак. Особые условия содержания. В Австралии трое мужчин украли пингвина после того, как поплавали с дельфинами. Гигантские черви уничтожили крупную партию автомобильных покрышек. Президент меняет колеса на винт. Правительство велело мясу дешеветь. Описание. На тропическом острове обнаружили труп неизвестного науке существа. Динозавры – пилоты НЛО. За продажу марихуаны задержан водитель детского паровозика. Кирзовые сапоги редкой серии скупают за огромные деньги. После удара молнии сантехник выучил французский язык. Разрушительная энергия сумеречного сознания панцирных рыб. Немецкая овчарка попала в ДТП, управляя автомобилем своего хозяина. Спор о творчестве Канта в очереди за пивом закончился стрельбой. С китайской фермы сбежали 2 миллиона тараканов. Компания пьяных лосей стала причиной многокилометровой пробки. Техасские полицейские покатали свинью в машине. Приложение. Почему из страны тайно вывозят грудное молоко? Как стать негром за 15 дней? Клоун-садист выращивал коноплю в прямом эфире. Трое медведей на джипе похитили человека. Снятся ли чупакаврам электросвиньи? На кладбище нашли мертвого человека. Кто изобретет будущее? Да они нам мозги ебут, иначе и не скажешь. Доктор Карлайл.